Hi everyone, you're watching Russian with Dasha. If you learn Russian as a second language and don't understand everything that I say, turn on the subtitles. And also, I want to remind you that I have transcripts with the stressed words and English translations, so check out my Patreon to help my project grow and to learn Russian more effectively. Всем привет! Вы смотрите канал Russian with Dasha. И я даже не знаю, угадаете ли вы, где я сейчас нахожусь. Но мне кажется, что не угадаете. Это не Россия. Я не в России. Я сейчас в Казахстане. Возможно, вы помните, что я рассказывала, что мне нужно слетать в Казахстан, чтобы открыть банковский счет и иметь возможность получать оплаты от моих студентов. Я решила совместить приятное с полезным и выбрала Алматы, потому что в Алматы живут мои родственники, мои тетя, дядя и мои троюродные брат и сестра. И я решила съездить, навестить их, посмотреть страну. В общем, вот такой решила себе взять маленький отпуск для личных дел. Я практически на границе с Киргизстаном, с Киргизией. И мы приехали сюда с экскурсией, чтобы посмотреть замечательные горные озера и несколько каньонов. И в этом видео я вам также покажу места, которые мы посетим. Спасибо, Дарья, что ты умеешь так любить. Но давайте обо всем по порядку. Алматы — это самый светский город Казахстана и одновременно его крупнейший финансово-экономический и культурный центр. Поскольку в Алмате много университетов, по улицам гуляет красивая, стильная молодежь. Мне было так приятно наблюдать за улыбчивыми, позитивными молодыми людьми. Я приехала в Алмату без обратного билета. Я не знала, как долго займет оформление документов, и поэтому не хотела тратить деньги на билет, который в случае чего не смогу вернуть. В Алмату я прилетела ранним утром. Решила сэкономить и доехала до своего Airbnb, а точнее дома, комнату, в котором я снимала, на автобусе. Автобус, кстати, стоит недорого – 200 тенге или 40 рублей. По нынешнему курсу в евро это всего 40 центов. Меня удивило, как резко меняется температура в течение дня. Утро в Алмате может быть чуть-чуть морозным, а днем температура поднимается до плюс 16 или даже плюс 20 градусов. В Алмате все говорят по-русски. В первый же день я зашла в пункт обмена валюты, купила сим-карту мобильного оператора и затем поехала оформлять налоговый номер. Банковскую карту напечатали при мне в день открытия банковского счета. В России, чтобы получить банковскую карту, нужно ждать несколько дней. А в Казахстане все делается моментально. Мне понравилось, что все пользуются приложениями и носить с собой наличные не обязательно. За любую услугу можно расплатиться, отсканировав QR-код или сделав перевод на счет другого клиента банка. В Алмате около 120 фонтанов. К сожалению,
в момент моего посещения фонтаны уже не работали, но я все равно насладилась прогулкой по городу, ведь в городе так много прекрасных аллей и шикарных деревьев. Особенно меня поразили тяньшанские ели. В центре города прыгают белки, и они очень милые и забавные. Мне кажется, за несколько дней я обошла центр города вдоль и поперек. Я увидела Вознесенский собор. Это одна из самых высоких деревянных церквей мира и образец сейсмостойкого сооружения. Что это значит? В декабре 1910 года в Алма-Ате произошло ужасное землетрясение. Большинство зданий города превратились в руины, а Вознесенский собор выстоял. В один из дней я зашла на Зеленый базар. Это продуктовый и вещевой рынок города. И там я съела, по-моему, самую вкусную в моей жизни самсу. Не поправиться в Казахстане невозможно, потому что здесь какая-то невероятно вкусная еда. Особенно меня впечатлили блюда из риса и муки. В центре города стоит памятник Виктору Цою, а точнее его персонажу из фильма «Игла». Именно здесь снимали финальную сцену киноленты. Я встретилась со своим троюродным братом, и вместе с ним мы погуляли по солнечной Алма-Ате, а потом с семьей его сестры отправились на горнолыжный курорт Чембулак. Он находится недалеко от города, и до него легко добраться на автобусе. В субботу мы вместе поднялись по канатной дороге и насладились видами гор и высокогорного катка, который называется Медео. А в понедельник я поехала туда одна, чтобы покататься на коньках. У города богатая культурная жизнь, и если вы приедете, обязательно посетите театр или один из музеев, можете сходить в цирк или в ботанический сад. Я, например, погуляла по Государственному музею искусств имени Абылхана Костеева. Мне очень понравились работы современных художников. К сожалению, я не дошла до мечети, а также не посмотрела на мавзолей Раймбека, казахстанского воина, который сражался за свободу казахов от джунгарских захватчиков. Хозяйка дома, в котором я остановилась, рассказала мне о компании Join Me Asia и о дневных и двухдневных турах на озера и каньоны. Мне стало интересно, я нашла сайт компании и забронировала себе двухдневный тур. В нашей группе было 44 человека, в основном это туристы из Северного Казахстана, но также было очень много ребят из Индии. Мы выехали из Алматы в 9 вечера и ночью приехали в поселок Саты, который находится недалеко от границы с Киргизией. Первым местом, которое мы собирались посетить, было озеро Каенды. Мы добирались сначала на УАЗике,
Дорога была не очень ровная, поэтому нас мотыляло из стороны в сторону. А потом нам предложили или сесть на лошадь, или добраться до озера пешком. Мне дали черного коня, который сначала не хотел меня слушать, так как я разговаривала с ним очень ласково. Он сначала решил попить воды из речки, а потом повернул назад в лагерь. И поэтому мне потребовалась помощь наездника. В переводе с казахского «каинды» означает «изобилующее березами». Озеро назвали так из-за большой березовой рощи, которая располагается в 5 километрах от него. Озеро образовалось в результате землетрясения, которое произошло в январе 1911 года. Главная достопримечательность этого озера – это ели, которые поднимаются прямо из воды. Многие отмечают магическую энергетику этого озера. Я, если честно, ничего волшебного не почувствовала. Иногда я ощущаю энергетику мест, но в этот раз я просто гуляла, наслаждалась свежим воздухом и великолепными видами. Озеро действительно невероятно красиво, особенно когда выходит солнце и окрашивает воду в голубой цвет. Обратно на стоянку я вела коня самостоятельно. Мы вернулись в поселок на обед, и хозяйка дома накормила нас великолепным пловом, салатом и баурсаками. Баурсаки – это традиционная выпечка. После обеда мы на большом автобусе отправились на озеро Кальсай. Вообще, Кальсайские озера – это система из 3 озер в северном Тяньшане. Но мы посетили только одно. До 2 других нужно идти несколько часов. Озеро окружено хвойным лесом и находится на высоте 1818 метров над уровнем моря. Его длина 1 километр, а глубина около 80 метров. Нам предложили взять лодку на прокат, и так как я люблю грести, я решила покатать моих спутников. Вот что делают русские в Казахстане. Гребут, гребут. С нами были ребята из Индии. Один из них тоже захотел взять в руки весла, и мы научили его управлять лодкой. После небольшой прогулки и перерыва на кофе мы отправились обратно в поселок. Там команда Join Me Asia предложила нам собраться у костра и устроить вечеринку. Было очень весело, мы пели и участвовали в танцевальных конкурсах. В следующий день нас ждал ранний подъем. Мы встали в 7 утра. Хозяйка дома приготовила для нас вкусный завтрак. Мы купили еду с собой и отправились в Чирынский национальный парк. На его территории обитает большое количество редких и исчезающих животных, занесенных в Красную книгу. Сначала мы остановились у Черного каньона, сделали несколько фотографий, затем доехали до Лунного каньона и прогулялись по нему. И
И, наконец, доехали до финальной точки каньона Чарын. Глубина каньона составляет 200 метров, а высота отвесных гор достигает 300 метров. От пейзажей захватывает дух. Одной из достопримечательностей каньона считается долина замков. Это скальные отложения, которые по форме напоминают башни. И действительно, когда гуляешь по каньону, кажется, что все вокруг создано руками великанов, которые жили много лет назад. Приглашаю вас погулять со мной по каньону. После восхитительной прогулки мы, уставшие и голодные, на автобусе вернулись в Алмату. В моих планах было посещение спа-комплекса Арасан. Я там ничего не снимала, но всем рекомендую зайти на сайт комплекса и при посещении Алматы обязательно забронировать для себя массаж и спа-процедуры. Вы не пожалеете. Мой брат предложил попробовать местное вино. И я вам честно скажу, оно ничем не уступает хорошим итальянским и французским винам. Итак, я провела в Алмате чуть больше недели. Насладилась солнцем, погуляла по горам, пообщалась с родственниками, посетила великолепные природные памятники и познакомилась с классными людьми. Это была замечательная поездка. Я обязательно вернусь в Алмату, скорее всего, в апреле или мае, чтобы застать цветение. А вам желаю внести Алмату в свой bucket list, в свой список мест для посещения и обязательно приехать сюда. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, чтобы YouTube рекомендовал его чаще. Спасибо моим патронам. Увидимся в следующем видео.